Всем привет! Я тут копалась в своих фотографиях старых. Ну как старых фотографиях? Я уже думала, что я их навсегда потеряла. И залезла случайно в старые свои... Ну не случайно, я искала одно письмо. Залезла в свои старые имейлы. И тут вижу, что там куча фотографий и видео. Раньше, когда не было WhatsApp, там, ну, у меня, по крайней мере, 2012 год, такое вот время, я все посылала через e-mail. И я нашла кучу фотографий своих, где Кирюша маленькая, она как раз в 2012 году родилась. И я вот сейчас выставила одну в Instagram. Вот эту вот. И мне все пишут: Юля, какие классные волосы, тебе блондинка и лучше, какие красивые, зачем ты обстригла, и ты моложе выглядишь, и все такое. Во-первых, волосы не мои, волосы нарощенные. Во-вторых, тут, кстати, вот мой натуральный цвет волос, русый, может быть, слегка там какие-то есть, какой-то оттенок, но в основном это вот мой цвет волос, и просто нарастила в цвет своих. Так, и то, что я выгляжу там моложе, это было 5 лет назад, конечно, я выгляжу моложе, блин, мне и так грустно, обидно, то, что время летит, и... Просто, и мне все казалось, что моя молодость еще впереди и все такое. Теперь понимаю, что нет. Как бы 27 лет, окей, да, все равно ты еще молодая, но это уже не 22, не 23. Ну, в общем, к чему я это? К тому, что я просмотрела все эти фотографии, видео, и у меня такая ностальгия. И мне всегда казалось, что, ой, надо срочно худеть. А теперь я просматриваю эти фотографии и думаю, я вообще абсолютно нормальная была. Короче, насчет цвета волос, я покрашусь, мне просто все пишут. Кто-то пишет, нет, тебе лучше темненькой. Кто-то пишет, нет, лучше светленькой, красься обратно в светленькую. Я как бы... Мне нравится и так, просто и мне нравится все время меняться, короткие волосы, длинные, темные, светлые, и из-за того, что мне напишут много людей, что мне со светлыми лучше и перекрашивайся, я все равно это не сделаю, потому что мне написали, я это сделаю, когда мне придет внутри такое желание, или вот мне под фотографией написали... что цвет волос хороший, но надо бы покороче. Я просто поделилась фотографией из прошлого. Что значит, надо бы покороче? Мне отстричь их на фотографии? Ну, в общем, ну, знаете, это не мои были волосы, а нарощенные. Я не знаю, у меня такая ностальгия, тогда я уже забыла, какая я была. И мне кажется, я там на фотографиях вообще другая. Сейчас я вам покажу Кирюшу маленькую. Она такая смешная была. Посмотрите, какая маленькая. Еще на пузе волосы не росли. Такие движения нелепые, такая смешная, я прям не могу. Вот тоже у меня тут и объем был на волосах, я не знаю, это я делала или это у меня было. Ну что это такое? Уши такие большие. Это мы с ней на пляже спим. На озере. Такая маленькая. Да, тут тоже у меня вот светлые волосы были. Длинные, но не мои. Ну вот такой вот цвет я бы вернулась. Такой вот русый и такой эффект выгоревших волос. Вот как здесь, например. Вот здесь. Брови у меня еще были такие тоненькие. У меня долго были нарощенные волосы? 5 лет. И очень светлые, прям белые. И вот такие вот русые. Больше всего мне, кстати, вот эти нравились. Да, в таких юбочках я раньше ходила. Если это можно назвать юбочки. Мама тут. Это 2000... Это октябрь 2012 год, да? 4 года назад.
тоже. Мама тут вообще моя выглядит как подросток. Худенькая, молодая такая. Но она и сейчас не толстая. Но вообще, подросток. Та-дам! Сейчас 5 часов, в 6 у меня зумба, пойду на зумбу. У Кирюши в итоге пошли месячные. Представляете, у нее были вот эти колики, я отвезла к врачу, и через 2 дня у нее пошли месячные. Это, видимо, перед месячными у нее болел животик. Все как у людей. Сейчас написала своему парикмахеру, чтобы она меня завтра покрасила, потому что корни тоже уже отросли. И когда корни отрастают, это ужасно выглядит. Просто ужасно. Я думала, когда ты блондинка, у тебя отрастают темные корни, это ужасно. Но я была русая, поэтому это было не так прям ужасно. Самое ужасное, это когда ты темненькая, у тебя отрастают светлые корни, и ты выглядишь как будто бы седая или лысая, я не знаю. Ладно, я, наверное, сейчас пока... У меня есть еще полчасика, почитаю книжку. Я, кстати, знаете, что читаю? Я вам сейчас скажу. Я читаю... Так, а как посмотреть? Чтобы... 97-я... Я читаю «Жизнь с головой» Амиран Сардаров. Что мы позанимались? Пьем сок. Он очень острый, потому что дофига сделали имбиря. Ну, очень полезно. Надеемся. Все, я вернулась из спорта. Классно пропотели. Мы сегодня пошли с подружкой. Потанцевали. Потом пошли на тренажеры. И закрепили все это дело сауной. Так, так, так. Я встретила знакомого, он преподает там бокс 2 раза в неделю. И вот он все говорит: приходи, приходи на бокс, попробуешь. Я как-то боялась, думала, там тяжело, но он говорит, что там не прям то, что вы стоите с напарником, деретесь. Просто какие-то упражнения силовые интересные. Вот я думаю, может пойти попробовать. Сейчас, кстати, вот этим кремом от Clinique Pip Start пользуюсь. Ну, пока что мне нравится, не знаю. Нормально у меня кожа на него реагирует. Вроде бы увлажняется. Кирочка тут, малявочка, лежит, пледами обложилась. Красотуленька. Мамина девочка. Кто будет вкусняшку? А? Кто будет вкусняшку? Кира будет вкусняшку? Сейчас мы Кирочке что-то дадим. Чтоб ей дать. Ушко, наверное. Кроличье. Ушко будешь? На. Побежала, побежала. Надо включить гриль. Я буду есть такие вот, у меня есть минутные стейки из курицы. Тоненькие, тоненькие, так что будет классно их на гриле делать. И, наверное, я возьму перец. Перцем поем. Под грилью это. Вот что у меня получилось. Пошла кушать. Приятного аппетита всем. Не хотела есть сладкое, но... Очень хочется. У меня вот тут есть еще чурчхелла. И она, конечно, калорийная, но я думаю, все равно лучше, чем шоколад или тортики. И 2 вот таких кусочка, я думаю, можно. Конечно, лучше не вечером, но ладно, они маленькие. Все, 2 кусочка, обещаю. Идем гулять с Кирюшей. Надо утеплиться. Время уже час ночи, и
Я собиралась лечь. Ну, хочу постараться ложиться не позже часа. Ну так, 12 час. 12, чтобы быть уже в кровати, чтобы в час засыпать. И вставать в 9. Для того, чтобы у меня не было разницы, работаю я или выходной день. Всегда в 9 вставать. Было бы идеально для начала. А то если я сразу брала цель вставать в 6, ложиться в 10, но это, конечно, очень тяжело. Поэтому почему бы не начать с более легкого, например, как я только что сказала, вставать в 9. Пуховик вот этот очень теплый, несмотря на то, что внутри не перья, а синтетика. Но он теплее всех моих других пуховиков, которые натуральные. Не знаю, может из-за того, что он такой длинный, но мне в нем вот реально тепло, я в нем гуляла, что я вообще не делаю зимой, я вообще не гуляю зимой, вообще. И вот недавно я в нем гуляла 2 часа, и мне было вообще не холодно. Завтра мы хотим с Настей с утра пойти на аэробику. Я не знаю, мы договорились с утра созвониться, потому что мы сегодня конкретно так позанимались. Может, у нас будет все болеть, и мы не сможем. Но я надеюсь, сможем. Вот, и начинается курс в 10 утра, ну, в 10:15, поэтому надо встать пораньше. Я прослезилась. Пошли, Кирочка. Пешком. Лифт для нас сегодняшнего дня табу. Я тут переписываюсь с девчонками в группе, у нас такая в WhatsApp, и скинули там картинку, что 2017 год начинается с 1 февраля, и этот месяц был пробным. Это действительно так, но хотя месяц еще не закончился, но все же. Ну что, ладно, мы идем с Кирой спать, замок заел, увидимся с вами через секунду. Кто молодец? Я молодец. Доброе утро всем. Я встала в 9:30. Ну, проснулась где-то в 10 минут и в 9:30 встала. И уже собралась, выдвигаюсь на спорт. Подружка отказалась. Хотя мы вчера договорились без отмазок. Но она решила не идти. Но я все же пойду. Я сама от себя в шоке, что я в выходной свой день. И причем легла я в итоге в 3, я не могла заснуть вчера. Но я все равно встала. И я прям горжусь собой, что могу сказать. Через 20 минут курс, так что мне надо выдвигаться. Вот. Сейчас быстро погуляю с Кирюшей и вперед. Завтракать уже буду там. Ну что, вышла я со спортом. Вся такая красная, потому что я так там вспотела, плюс еще в сауну пошла. И сейчас пришла в магазин купить продуктов. Вот. Я, кстати, заметила, если я позанимаюсь спортом, то потом в сауне я потею за 2 минуты. А если нет, просто иду в сауну, то я могу полчаса там лежать, и ничего не происходит. Интересно, с чем это связано. Что, Кир, ты хочешь вкусняшку? Давай, что тебе дать? На, печеньку. Так, покажу вам, что я купила из продуктов. Малинку, которую я уже потихоньку ем. Вкусная. Далее взяла какой-то веганский Energy Bar, батончик. Написано, что здесь
Орехи, кокос, чия, семена чия и лимонное масло. И все. Попробую взяла, посмотрим. Дальше вот такой вот сыр без лактозы, твердый. Физалис 2 штуки, как обычно, мой любимый. Куриная грудка, авокадо. Так, это у нас индейка, стейки. Гранат, мед, такую вот мазалку. Перчик красный, ну и всякие салаты, здесь руккола и вот этот, не знаю, как называется. Дальше бананы, потом я взяла какой-то розенколь. В общем, какая-то мини-капустка, я не знаю, я такую не ела ни разу, но хочу попробовать потушить ее, посмотрим. Далее бананы, потом хлеб, тут он с морковкой, с орехами какими-то попробуем. Вот, и взяла кучу рыбы. На самом деле все время беру лакс, ну этот, красную рыбку, лосось, и все. И вот взяла попробовать, так, это у нас форель, две вот такие целые рыбёхи без внутренностей. Далее кабеляу, не знаю, как называется по-русски. Три филешки. Вот так вот она выглядит, готовая. Потом тунец. Вы не поверите, но я ни разу не ела тунца. Поэтому попробуем. Честно говоря, из всех, что я взяла, он меня меньше всего привлекает. Но посмотрим, может быть, он вкусный, я ошибаюсь. Потом взяла вот такой вот шоле. Тоже не знаю, как называется. Вот так вот она выглядит. Мне кажется, вот она должна быть вкусная. И рыбка красная, копченая. Сейчас буду завтракать, хотя время уже обеда, час дня. Но я утром не успела, поэтому буду сейчас. Вот, села наконец-таки кушать. Тут у меня авокадо, рыбка, яйцо и руккола. Всем приятного аппетита! Я вышла парикмахера. Ой, мама мия. Меня сначала опять покрасили корни как-то светлее. Я сказала, что так не пойдет. Пытались мне сказать, что цвет красивый. Я сказала, нет. И меня покрасили темнее. И теперь мне кажется, я слишком темная. Или мне кажется, что надо будет прийти домой, посмотрю. Или завтра днем на дневном свете лучше будет видно. У меня голова так болит. Последний раз, когда краску она держала, она у меня прям вся горела. Не знаю. Я 3 часа в итоге там пробыла вместо часа. Что холодный дом просто приходи без тебя. Я отпускаю тебя, мы небо отпускаем. Белые ангелы летают без меня. Вот так вот меня покрасили. Ну, короче, вроде бы нормальный цвет. Сначала показалось темнее, потом, в принципе, нормально. И сейчас я хочу покрасить брови, потому что они слишком светлые для этого цвета. Только вот я не помню, как разводить. Я надеюсь, у меня тут написано. Так. Я беру вот такую вот краску для ресниц. Рефектоцил. Так, смотрим, смотрим. От 5 до 10 минут. 2 сантиметра краски. И 10 капель оксиданта 3%. Окей. Чем замешивать? Так, наверное, надо взять резинку, чтобы
волосы мне не мешали. Сегодняшний ничем не отличается от вчерашнего. Я, кстати, вот это вот, да, очищаю, потому что то, что очень черное, потому что это очень-очень неполезно. Поэтому не ешьте это. Элементарные правила поведения, которые предопределяют безопасность, каким-то рассуждением на тему... В общем, смотрю Познера, обожаю его передачи, его интервью... Очень интересно мне его слушать, и как он берет у других интервью, мне нравится. Вот, допустим, Ксения Собчак, хотя она мне очень нравится, но когда она берет у кого-то интервью, я всегда злюсь, и я слушать не могу. Мне кажется, она этого делать не умеет, в отличие от Познера. Вот. И каждый раз, когда я такие передачи слушаю, я думаю, блин, ну почему у меня такой... скудный словарный запас, и я не могу так грамотно и красиво выражать свои мысли. В этом году я буду над этим усиленно работать. Да. В общем, я иду спать, я буду заканчивать этот влог. Он получился такой обычный, домашний, но не всегда у меня весело и какие-то гульки. Поэтому, если вам интересно, то будут и такие влоги обычные с моей повседневной жизни дома. Буду прощаться, уже 12, я сейчас досмотрю эту передачу, чуть-чуть почитаю и не позже часа должна заснуть. Вот, потому что завтра в 9 подъем. Подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, на моих 2 инстаграма. Все ссылки внизу, и увидимся в следующих видео. Всем пока!